5 июля в Казанском федеральном университете прошло торжественное мероприятие вручения дипломов. Пожалуй, для всех студентов этот день по-настоящему особенный и запоминающийся. Ведь это не только завершение учебного периода, но и начало новой главы в их жизни. Когда-то студенты, они сегодня уже могут назвать себя дипломированными специалистами. Они готовы к работе в самых различных областях. У нас сегодня торжественное вручение дипломов для наших выпускников Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Ну, как всегда, это очень волнительное мероприятие и для нас, и для выпускников. Надеемся, что наши выпускники будут успешными в нашей жизни. Ну, даже мы не то, что надеемся, мы в этом уверены. Вот, у нас славные традиции многовековые, начиная с Николая Ивановича Лобачевского. И мы верим, что наши выпускники их продолжат. По доброй традиции перед началом вручения дипломов прозвучал гимн Казанского федерального университета. Открыл церемонию директор Института математики и механики Марат Насрутдинов. Он поздравил выпускников и пожелал успешного пути в будущем. К поздравлениям также присоединилась Екатерина Турилова, проректор по образовательной деятельности. После вручения дипломов с музыкальным номером выступили выпускники и студенты Института математики и механики. Обучение было очень интересным, разносторонним, было трудно, да, но были свои очень веселые, очень такие яркие моменты. От сдачи экзаменов до студенческой весны, дня первокурсника, вот, осталось только самое запоминающееся, великолепное впечатление. Нашла очень много друзей, с которыми мы очень сдружились и с которыми мы продолжаем общение. И, думаю, также будем продолжать. Для меня это замечательный альма-матер, который подарил мне много эмоций, много знаний. У нас очень прекрасные преподаватели, прекрасные коллеги. Могу сказать, что учеба была сложной, но очень интересный, занимательный, и было очень весело. Вот, я очень благодарен всем преподавателям, всему коллективу, коллегам, моим одногруппникам за то, что со мной проделали такой путь, и всем тем людям, которые будут сюда поступать, я желаю успехов. С даты основания Казанского университета, а именно с 1804 года, университет выпустил сотни тысяч успешных студентов, будущих профессоров и профессионалов в различных областях. Несмотря на это, ежегодное мероприятие в честь завершения обучения проводится с большим трепетом и всегда на высшем уровне. Гордость, радость и волнение наполняли зал в этот день, когда студенты получили долгожданные дипломы и вступили в новый этап своего жизненного пути. А университет желает выпускникам найти свое место в жизни и добиться высот. Резеда Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.